Дай почитать. Я весь во внимании. Ты что? Всем привет, ребята! Ну вот мы вернулись из отпуска и привезли с собой разные египетские конфеты, которые я сейчас покажу. Паша, я хочу, чтобы звучала музыка. Какая? Сладкая, присладкая. Вот такое. О, что это? Виниловая пластинка из прошлого? Ха-ха, давайте посмотрим. Ага, это муляж. А вот здесь вот что-то есть. Что же там? По-моему, она немножечко сломалась. Но задумка была очень крутая. Шоколадка в виде виниловой грампластинки. Жаль, правда, что она разбилась. Как разбилась? Это ты сломал мою сладкую музыку. Это не я. А кто? Я? Сейчас попробуем ее. Классная вещь. Я египетский бог конфет и сладостей. И как зовут тебя? Валера. Валера, вот тебе жидкое мыло. Зачем? Иди-ка ты морду лица помой, а то ты какой-то весь чумазый с отпуска вернулся. То копченым, то чумазом обзывается, совсем. Ребята, мы привезли вот такой вот сок розовой гуавы. Сейчас его попробуем. Он такой, на любителя. Если честно, вкус мне не очень понятен. И похож он на... Да ни на что он не похож, короче. Попробуем потереть себя щеточкой. Надо еще и шею хорошо помыть, и ухи. А то знаю я его. Чухи не вымыл. Не ухи, а уши. Хватит подслушивать. Та-дам! Я вернулся. О, а это сок со вкусом сосновой шишки? Нет. Тогда давай его мне. А ты пока подпишись на канал. Паша, а помнишь, как мы в Египте по пустыне на квадроцикле катались? Ага. Я хотел сначала на длинной желтой колбасе поехать, ну или хотя бы на мотоцикле. Но мы поехали на обычных квадроциклах. Но зато мы много чего необычного видели. Странные горы, видели, как живут бедуины. И даже египетского пустынного котика видели. И вообще, на квадрике было очень классно. Да, вот бы было круто там покататься на танке. Это можно сделать запросто. Как? Пойдем покажу. Ну, и где? Смотри, это War Thunder. Самая крутая онлайн-игра с самолетами, вертолетами, танками и кораблями. А ну-ка, дай-ка я попробую. В War Thunder есть прокачка, и ты будешь постоянно получать новую технику. А вдруг мне станет скучно? На ней можно менять пушки, добавлять мощную защиту и всякие гаджеты вроде тепловизоров и дымовых гранат. А еще тут есть яркие наклейки и уникальные предметы, которые сделают твою технику эпической или даже легендарной. О, круто! А где ее скачать? Скачать War Thunder можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании и получить еще крутые подарки. Давай конфеты распаковывай. О, какая! Она тяжелая и большая. И вся моя. Эй, ну дай хотя бы понюхать. Понюхать? Да? Ну ладно, на. Все, хорошего понемножку. На. О, какие-то странные буквы. Я таких еще не знаю. Так, короче. О, ребята, это какие-то глаза. Интересно, а что у них содержится внутри? Это я пока уберу. Это сюда. Ну, пожалуй, начнем. Хм, она твердая. Ага. Сейчас я ее аккуратненько. Во. Прикольно, у нее что-то красненькое тут. Валера, смотри, какая она внутри. Я весь во внимании. Так, Валера. Я ничего не вижу. На. О, так гораздо лучше. Давайте-ка я попробую ее на вкус. Ребята, это не конфета, а жвачка. Класс. Что это? А ты угадай, что это. Чё тут гадать? Это коричневая лента. Нет. Ну а что это? Ребята, может быть, вы знаете, что это такое? Это награда ниндзя. Коричневый пояс по поеданию конфет. Так, пояс на мне, давай конфетку. На. Я пошутил, отдай. О, грабят. Тихо там. Чё это? Это лишнее тут. И это, кстати, тоже. Ребята, это похоже на какую-то гигантскую шариковую ручку. Так, попробуем. Вкус какой-то странноватый.
Так, нужен листочек бумаги. Во. Пробуем. Текс, по-моему, ничего не пишет. Почему-то. Хотя вроде бы пишет. Дай почитать. Алло, это вам тут не читальный зал. Мне осталось две строчечки. Почитать и все. Библиотека закрыта. До свидания. У меня есть читательский билет. Странная какая-то конфета, в общем. Нух ты. Вообще-то в таких емкостях раньше хранили внутренности умерших фараонов. Жуть. Надеюсь, там не они. Я тоже. Что это? Какие-то камни. Сейчас посмотрим. Да, это же шоколад. Ух ты! Продегустируем. Вообще-то это дешевая сладкая плитка. А шоколадом тут даже и не пахнет. Не пахнет, вот и не нюхай. Ребята, еще мы купили вот такие вот штуки. Начнем с зайца. Ой, что-то он уже какой-то мокрый. А по запаху он напоминает мне вот ту вот конфету из палки. Пахнет каким-то химическим яблоком. Я такое не ем. А тут чего? Инструкция. Написано, что это какое-то экстремальное мороженое. Откроем. И что, оно не открывается? Тут целый квест. О! Дырки и пупырки. Нужно было его еще покрутить немножко. Тогда выползает из него вот такое вот чудо. Попробуем. Странноватое какое-то варенье, я вам скажу. Да, а дай я попробую. У нас есть еще вот такое вот чудо. На палочке. Эта конфета вращается. Прикольно. Но на самом деле эта конфета одна из самых опасных в мире. Кто знает почему, жмите лайк. Да, когда-то даже про нее в разрушителях легенд показывали. Ух ты, тут отверстие. Необычно. Это не конфета, а медвемассажер. Понял? Верни на базу. Отдай. Тяжеленькая. Эй, отдай мою конфету. Она мне нужна для эксперимента. Я на эксперименты согласия не давал. Кыш! Ребята, сейчас я ее распилю, и мы посмотрим, что у нее внутри. Если вам тоже интересно, жмите лайк. Стоять! Какая хитрая конфета. Готово. Да, эта конфета действительно оказалась многослойная. И от нее осталось очень много пыли. Да, теперь нужно мыть руки. Я помогу тебе помыть руки. Ты что? Все, я на тебя расстроился. Окей, сейчас я ее попробую. Угу. Ребята, она очень твердая, как камень. Ее нужно только лишь лизать. Паша, а помнишь, когда мы разглядывали рыбок в море? Появился дядя в дырявых штанах. Помню. Паша, а помнишь, ты мне говорил, что в War Thunder есть самолеты и вертолеты? Есть, а что? А ну покажи. Смотри, здесь столько разной летательной техники. От бипланов до последних реактивных самолетов. Здесь даже есть анимешный вертолет. Это круто. Валера, сбивай вертолеты из танка, отправляй на дно огромные крейсеры, и еще тут полная разрушаемость. Ломай заборы, дома и дави тачки. Короче, покажи всем, кто тут настоящий медведь. Ребята, я напоминаю, War Thunder можно скачать бесплатно и получить бонус в игре. И все это по ссылочке в описании. Видал, какого я конфетного гуся прикупил? А ну-ка, так где его открыть? Там написано «Open Here». Слышь ты, «Open Here». Что означает «открывать тута». Не тута, а тут. Ого, запаковали его как. Ну-ка, не хочет-то, что такое? А ну-ка, ковырялочкой. Не-а, нужно ножичком. Да, гусь твой, конечно, прикольный, даже несмотря на то, что это, скорее всего, петух. Но конфет в нем нет. Как нет? Никак нет. Опять обманули меня. Да что ж такое-то, а? Чего? А ты новогодние подарки открывать будешь? О, а я про них совсем забыл. Ребята, давайте наберем 100 тысяч лайков, и я буду открывать уже подарки. Странноватая какая-то птица.